Обожаю ходить в Фединых футболках, обожаю ходить в таких вот свободных штанцах. Вот, я люблю бомжи-стайл дома, я не хожу в таких сексуальных сорочках и так далее. Вот, поэтому это не про меня. Так. Кисти у меня грязные, все у меня грязное, рот грязный, вся я грязная, прям фу. Кого? Фу. Тогда вообще закрываем прямой эфир и просто не смотрим. Не то, что... Вот. Вот я всегда вкусно пахну. Так. Я хожу к своему косметологу, недавно сделала углы, которые мне очень нравятся. Вот, а касаемо уколов, к там губ, углов или еще что-то мне там вздумается, я только к своей Наденьке. Вот. Поэтому. Хочу сказать, что я делала же удаление перманентного макияжа. У меня вот, если тут видите, у меня тут такая корочка образовалась, поэтому я думаю, что буквально 3-4 процедурки и этого ужасного перманентного макияжа не будет. А зачем сделала, сама не знаю. А также мне очень нравится сейчас, как выглядят губы. Они Саша, уже... Вы через минуту должны были быть 7 минут назад. Никто не вышел. Вот. Мне нравится, как они сейчас зажили. Еще, конечно, до конца не зажили. Вот. Через 2 минуты выходим. Все, я не готова через 2 минуты уходить. А? Я не готова. Они 16:30 должны были выехать. Что ты делала? Я убиралась. Ну, это твои проблемы. Одевайся быстрее. Вот, поэтому давайте быстренько проведем прямой эфир. Что еще? Что будем? А, вот, мне нравится, как они сейчас зажили. И еще будет, естественно, смотреться. А то у меня были яркие алые губы, и мне это в последнее время бесило. Я же сказала, сделаем легкий быстрый макияж. Мы собираемся на шоу. Я делала тут кожу. Очень давно делала и делаю, но последние 2 года мне не понравилось. Я ходила с этим ужасным цветом, думала, как же его либо удалить, либо сделать новый перманент. И вот когда я пошла на удаление перманентного макияжа бровей, я решила, что я хочу этот перекрыть. И вот у меня такой вот красивый нежный цвет сейчас вырисовывается. Что, ребята, вот эти поздно зашла в эфир. Я купила новые румяна. Baby Brown. Мне очень нравятся. Они такие прям... Корону одела в Москве. Да, корона вообще не спадает. Ребят, я не знаю, сколько сейчас мой вес, потому что я не взвешивалась. Завтра пойду в зал и обязательно покажу вам, сколько воды в организме, жира. Раскрою вам все тайны. Так, ну ладно. Да. Мне вообще все сейчас нравится, кроме цвета волос, потому что я хочу Total Blonde. Хочу вернуться
в девчонку. Ты малышка! Почаще прямые эфиры. Ребят, я знаю. Просто вот и истории вам, и рецепты вам, и стиль вам, и прямой эфир, и ТикТок. Все вы хотите, а на это время не знаете, сколько мало. Не знаю, потому что я с детства рисую эту родинку. Ну, как с детства, 14 лет. Мне нравится. Ладно, все, ребятки. Алле. Я побежала. Да, мы с Лёхой поедем. Да.